Так, тут недалеко от одного озера, на котором давно не был, вот изломанные шпалы. Рядом была железная дорога. Вот. Тут какая-то штуковина. Так, рижская какая-то штука, да? На 15 микрофарад. Добро, с премием лиц. Не знаю, что это значит. Катушка от кассетного магнитофона, да, от этого, да, от бобинника. Какая-то хрень, да? А, тут ящик просто с деталями перевернули. Но дело не в этом-то. Не в деталях, не впрочем, а то, что тут заброшечка такая, яма для разгрузки чего-то. Скорее всего, каких-то вагонов, потому что жизнь дорога прям тут была. И здание, соответственно. Не с той стороны обхожу. Надо с другой. Вот. Просто закопченные внутри. Даже идти туда незачем. Спуска вниз тут просто нет. И вот тут будет спуск вниз, но нет. Как бы там есть какая-то дверь, но она с другой стороны. А, вот она. То есть сюда заходим. Вот тут вниз слазим по лестнице, по ржавой, по железной. Правда, лестницы уже нет. Тут бомжи костры делали, да? И оказываемся внизу по вон тому проходу. Что там? Оказываемся вон той яме. Вот. Странно. Тоже мне фоторепортаж, да? Господа, вот такая яма. Не знаю, что сюда упрокидывали. Но предполагается, если все это связано с торфом, то сюда упрокидывали то торфяные вагоны. Потом загребали как-то. Хер его знает, конечно, ведрами что ли топили. Загребали ведрами, топили, не знаю. Бельберда, короче, получается какая-то. Надо ехать дальше. Во, короче, смотрите, какой там. Бонусом, да, вон. Какая штуковина, да? Чё ж там интересно есть внизу? Ну, там я вижу сгоревшую медь, вон там внизу. Радиоприемник сгоревший. Громкоговоритель, да? И кучу меди. Да. Вот так вот. А да, господа приходили, пока я тут был, да? Я что-то забыл. Тут что-то разыскивали, да? Закладку, раскладку, да, тут где-то вот тут лежало, да? Засняли им, сказали, тут около этой хрени. Не вот здесь вот уже была закладка-раскладка. Не знаю, что там такое. Не буду говорить, я такое не ем в любом случае. Может, там радиодетали им оставили, потому что тут гора радиодеталей, допустим, вот так. Вот там бобины я показывал в начале. Да. Эври найс, короче, да, теперь точно поеду дальше. Уж надоел тут быть.